радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, чем лживый. Другой возможный перевод первой части этого стиха – верная любовь делает человека железным. Среди моих знакомых есть такие, кому я могу доверять с закрытыми глазами. Жизнь свела меня с людьми, чье слово надежнее подписанного контракта. Такие люди в Библии названы хесед, что означает правдивый и милосердный. Какая связь между правдивостью, верностью и любовью? С точки зрения Бога, верность данному слову, правдивость речей – это выражение любви. Можно ли оставаться верным данному слову, если в сердце нет благоговения перед Богом? Да, можно. Достаточно быть ответственным человеком. Но человек, чтущий Бога, будет правдив не из чувства долга, а из любви к людям. Долг делает тебя достойным членом общества, но не приносит тебе счастья. Любовь совсем иное дело. Она делает тебя счастливым, и как следствие этого ты будешь хорошим членом общества. В сегодняшнем тексте верному человеку противоставляется лживый. И Соломон говорит, что лучше быть бедняком, чем человеком, которому никто не доверяет. Люди, занимающие ответственные посты, часто обсуждают вопрос верности принципов организации, которой они руководят. Одно дело знать эти принципы и считать хорошими, и совсем другое – жить в соответствии с ними. Учти, люди верят не только тому, что ты говоришь, сколько тому, как ты живешь. Человек, исполненный любовью Христа, хочет видеть других счастливыми и выполнять свое обещание. Поэтому ему верят, доверяют, его уважают, любят, следуют за ним. Как и сказал Соломон, верность в сочетании с любовью делает человека желанным. Не ограничивайся словами. Живи так, как говоришь, превращай в принципы в дела, воплощай мечты в реальность, препятствия в изменение курса, риск в вознаграждение. Тебе это по силам, потому что с тобой бесконечная сила Бога. Просто смиренно приди к Иисусу и попроси Его помочь тебе в том, в чем ты не справишься в одиночку. Сегодня начни со своей семьи, своих детей. Ты что, пообещал и не сдержал слова? Ценность не прививается, если слова не подкрепляются делом. Помни, радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый.